Меня зовут Аиста Нона. Я работаю в немецкой компании Forwork. Мы знакомим людей с здоровым питанием. И я на этой выставке впервые. И необыкновенно солнечная автор, которая действительно передала очень тонкие вибрации любви, мечты, какой-то необыкновенной благости. Очень редко пока можно встретить таких женщин, как Виктория Преображенская. Очень хочется, чтобы их с каждым днем становилось все больше, потому что это люди, которые удивительно умеют трансформировать какой-то космический свет через себя, через свое творчество, через все, что она делает. И это удивительно, это прекрасно. К таким людям не прилипает никакого негатива, и они просто светятся как маяки. И это необыкновенный человек, от которого идет тепло, любовь, радость. И я хочу подарить ей небольшое стихотворение, которое, наверное, вот как-то по-своему, как я увидела, олицетворяет вот ее творчество вот в этих строчках. «Женщина-мать, драгоценный источник, ласки, приятия, терпения, любви, мудрости искры в веках собирала и накопила богатство души. Может она изнутри мир построить, может она мир любовью спасти. Женщина-мать на вершину восходит, мир в равновесии держа на груди». Спасибо огромное.